Всем привет и с праздниками вас! И к праздникам или нет, но компания Qubit объявила релиз своего нового бюджетника Qubit P80. Уже известна цена и другие характеристики. Qubit P80 имеет изящный и тонкий дизайн, благодаря которому его удобно держать и носить с собой. Сразу видно, что дизайнеры вдохновлялись смартфонами яблочной компании. Он оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080 на 2408 пикселей, который обеспечивает яркое и четкое изображение. Телефон имеет закругленные углы и края, что обеспечивает более удобный захват. Qubit P80 работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek MT8788 с тактовой частотой в 2 ГГц. В нем 4 ядра A73 2 ГГц и 4 энергоэффективных ядра A53 тоже 2 ГГц. Сам же процессор крайне похож на сверхпопулярный Helio P60, так что в Antutu ожидаем в районе 200 тысяч баллов. И я не думаю, что процессор будет тянуть сложные игры типа Геншина, но PUBG и Call of Duty и подобные проекты потянет на средних настройках так точно. Что интересно, нас порадовали памятью. С коробки доступно 8 ГБ ОЗУ с возможностью программного расширения до 16 ГБ. То есть в настройках добавляем еще 8 ГБ и у нас 16. А также у нас 256 ГБ встроенной памяти, которая, конечно же, расширяется microSD-карточкой. Несмотря на то, что P80 находится в нижнем уровне ценового диапазона, он оснащен 48-мегапиксельной задней камерой еще с двумя на 2 мегапикселя и 0.3, а фронталка на 24 мегапикселя. Качество камер, как заявляет производитель, на высоком уровне, но мы-то знаем, что в условиях низкой освещенности картинка точно будет сыпаться. Это бюджетные сенсоры без оптической стабилизации, поэтому не нужно возлагать на них большие надежды. Их вполне хватит для запечатления текста, да и дневной пейзаж при солнечной погоде получится удачным. Для повседневных задач таких камер будет достаточно. И при съемке помните, чем больше света, тем лучше картинка. Вопрос автономности решен благодаря применению аккумуляторов 5200 мАч. Емкая батарея без особого труда обеспечит работу около 8-9 часов активного экранного времени. Однако зарядка мощностью 18 Вт говорит о том, что находиться мобильный помощник у розетки будет долго, наверное, часа 2-3 так точно. Но если у вас зарядка большей мощностью, то и за минут 30 смартфон зарядится больше половины. Это я говорю уже по своему опыту. В кнопке блокировки расположился быстрый сканер отпечатка пальца. С ним ваш смартфон останется в полной безопасности. По многочисленным отзывам P80 не забыли оснастить и NFC-модулем. Он работает во всех странах и уже успел заменить привычный нам кошелек. А это еще один в плюс в копилку смартфона. Qubit P80 – это бюджетный смартфон с достойным набором функций и спецификаций. На сегодняшний день этого вполне достаточно для основных задач, таких как просмотр видео, различных приложений, социальных сетей и легких игр. Если у вас ограниченный бюджет и вы ищете себе недорогой смартфон для себя или ребенка, который сможет быстро выполнить поставленные на него задачи, то можете присмотреться к данному девайсу. Анонс продаж уже состоялся сегодня, и цена на данный момент $119. Неплохо, согласитесь? А далее $119 и с виду имеем iPhone 13. Все ссылки в описании под видео, переходите и смотрите. А также пишите свое мнение по поводу этого смартфона и как вам вообще компания Qubit, если у вас есть гаджеты от этой фирмы. У меня смартфоны от Qubit в семье есть и все довольны. Еще раз поздравляю вас с праздниками и мирного нам всем неба над головой. Увидимся!